Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Мегамен, первая часть. Так, в прошлой серии мы убили Айсмена, ледяного мужика. Теперь у нас будет Файермен, потому что у него слабость это лед. Поэтому погнали. Файермен. Так, по идее, эти же, да, все сохранились. Стоит морочиться и подниматься на самый верх. Если можно так их убить. Ау. Ау-ау-ау. Жечно. Ау. Please, give me my bonus. Thanks. Очень не задоджился. Так, сохранить игру, да-да. Окей. И нужно еще найти где-то контишку. Томас, прекрати орать. Иди в комнату и спи тогда. Кошечок мой глупый. Ауч. Так, окей. Да ёлы-палы. Можно. Вот так, тихо. Вниз. Нет. Сохранить игру, да, окей. О, тихо. Так я могу восполниться вообще полностью. А сколько у меня? Одна, да, контишка? Да, одна контишка. Если не ошибаюсь, нет. Падение урон не получаю. От вот этого я моментально умираю. Вперед. Это будет быстрым. Никто 5-минут на видео не говорил, что не будет. Сохранить на всякий случай. Если смена экрана идет, лучше сохраняться, потому что хер ты знаешь, что там наверху. А как мне нужно было... Хотя... Ладно. О, это же из Марио, да, у нас? Вот эти ракеты. Чего? А, от взрыва, я понял. Меня коснуло из-за взрыва. Пускай хил и слабый, но мне нужно сохраниться.
Да, нужно все здесь. Нужно максимум хотя бы сохраниться. Так. Ну, хил, да, еще хотя бы. Гомняки не дают хил. Попробуем на одном хп это сделать тогда. Так, сразу слабость. Никутмен Айс. Так, сохранить игру, да, да, окей. И погнали. Лавовый мужик. Вот и все. Вот и все, да. Тихо. Тогда по-другому. По идее, айс слабее, чем огонь. По идее. Бля, что путаю. Кажется, что путаю. Так, давайте тогда загрузка игры, и я попытаюсь взять этого. Тихо. Электро. А что, а как, что мне тут делать нужно было? Да, все-таки лед самый лучший вариант. А лед это самый лучший вариант из-за того, что он больше всех наносит ему хп. Да. Сохранить. Да, окей. Погнали. Только я не знаю тактики против него на самом-то деле. Просто фух. Он просто меня закидывал в файерми. Когда я мог даже успеть прыгнуть? Никогда. У меня двойного прыжка нету. Окей. И у нас там остается, в принципе, один босс. Это у нас Бобермен. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.